степ, пилатес, зумба и акваэробика. Сотни любителей и десятки профессионалов. Семинары, презентации и мастер-классы. Все это фестиваль «Рибок Фиеста». Выходные в отеле «Весна» превратились в настоящий праздник фитнеса. Вот эта вот совокупность всего самого лучшего, самого интересного, так концентрирован в одном месте за 4 насыщенных дня, мне кажется, это действительно просто фиеста, фестиваль. Под зажигательные ритмы на сцене один за одним появлялись профессионалы со всего мира, представители самых популярных направлений фитнеса, инструкторы из России, Украины, Белоруссии, Италии, Великобритании и США. Новейшие фитнес-программы тренеры презентовали на специальном оборудовании «Рибок». Оно является наиболее грамотно разработанным, наиболее качественным оборудованием для фитнеса в России, ну, и в мире. То есть «Рибок» — это, в общем-то, лидер по разработке программ для фитнеса, оборудования для фитнеса. Несмотря на то, что фитнес в нашей стране развивается только последние 15-20 лет, сегодня российским инструкторам есть что показать своим иностранным коллегам, представителям тех стран, где фитнесом занимаются еще с середины 20 века. Очень здорово, что здесь люди, которые не боятся попробовать что-то новое. Я езжу в Россию уже 19 лет и вижу, что люди не стоят на месте, виден прогресс. Россиянка, а ныне жительница Великобритании Наталья Бул привезла в Сочи набирающую во всем мире популярность программу «Зумба». Это синтез фитнеса и зажигательных латиноамериканских танцев. Все очень просто. Бесголосовая навигация. Класс доступен абсолютно любому человеку. Даже если у вас нет каких-то танцевальных данных или какой-то физической подготовки особенной, вы можете смело присоединиться к классу «Зумбофитнес». Фитнес-семинары проходили не только в залах и аудиториях, но и на воде. Отель «Весна» для участников фестиваля предоставил 2 спортивных зала и крытый бассейн. Здесь свои программы презентовали известные в мире акваассоциации из Испании и Германии. Кроме профессиональных видов спорта, таких как единоборств, это вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо и еще разные виды других видов спорта, мы культивируем и такие виды спорта, как вот фитнесы. У нас второй раз проходит фитнес-фестиваль, но таким масштабом впервые. За 3 дня тренировки и семинары фестиваля «Рибок Фиеста» посетили более 300 человек. Каждый из участников в завершении фитнес-марафона получил международный сертификат. А самое главное – заряд бодрости и сил. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».